Республика Беларусь, Гомельская область, деревня Новые Коноплицы. Этот район поисковый отряд «Поиск-вездеход» выбрал не случайно, объясняет участник экспедиции Илья Мурылев. Здесь в 1944 году шли ожесточенные бои с фашистами. Начиналась подготовка к операции «Багратион». Прежде чем отправиться в Белоруссию и приступить к поискам, участники отряда провели масштабную работу, изучили архивные материалы и карты, пообщались с местными жителями. Одна бабушка нам рассказывала, как она помнит, что красноармейцы освобождали деревню на лыжах, вот в белых накидках. То есть, и еще один тоже местный житель как раз нам точно показал, где находились вот эти захоронения времен войны. Поисковикам удалось обнаружить останки 59 красноармейцев. Большой удачей считается, когда получается найти в захоронениях вещи, которые помогают установить личность погибшего. В этот раз такой зацепкой стала медаль за отвагу. Она образца до 43-го года, на четырехугольной колодке такая носилась. По номеру мы уже сразу же подали информацию в общественные организации, которые нашли не только имя человека, но уже даже нашли родственников, который проживает в Алтайском крае. Родственники нам прислали фотографию этого красноармейца, и у него на груди на фотографии та медаль, которую мы нашли вот в ходе наших раскопок. Имя этого красноармейца – Савелий Якушко. Он погиб 23 февраля 1944 года. Кроме этого, во время раскопок поисковики нашли 4 личных медальона бойцов и еще одну медаль за отвагу. Она рассечена осколком напополам, но серийный номер сохранился. Все находки были переданы в местный военкомат. Личности красноармейцев устанавливаются. И это далеко не все, что удалось сделать участникам отряда «Поиск-вездеход». Они выполнили еще одну важную миссию – доставили на родину останки красноармейца из села Алферьевка Пензенской области. 77 лет было известно, что он пропал без вести. Его сын искал, но не смог найти. И вот был он обнаружен, возвращен в Пензу и захоронен вместе с его сыном, который вот уже тоже на том кладбище находится. Останки Савелия Якушко и других бойцов, личности которых удастся установить, также будут переданы родственникам и захоронены на малой родине героев. Тела неопознанных красноармейцев будут с почестями погребены на территории Республики Беларусь. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».